подумаешь, если комар укусит зомби, а потом живого человека, живой человек станет зомби? Согласно предыдущему интересанту, нет. Потому что они кровью за лицо убивались нормально. Только зубы и ногти. Хотя если комар укусит зомби под ноготь, и закрыл за собой дверь с креслом и засов. Стекло в правом витрине летело со сколками внутрь. В лавку ворвались трое. Yeah.
Thank you.